19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Ленинском городском округе за прошедшую неделю. Таким образом, по состоянию на 31 августа количество заболевших в муниципалитете составило 2408 человек. Стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов, по данным пресс-службы ВРКБ, на прошлой неделе поступило 62 человека, из них 8 жителей Ленинского городского округа. Всего же лечение там проходит 135 пациентов, из них 24 – жители нашего муниципалитета. Амбулаторно лечится 355 человек. Число выздоровевших пациентов за прошедшую неделю также увеличилось и в общей сложности составило 1990 человек. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.